Вы смотрите обзор товара бензопила 135, 1,5 кВт на 2 литров. CX Torque 16, 3/8 дюйма. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Бензопила Husqvarna 135 9 667 618 04 оборудована двигателем с технологией CX Torque, гарантирующей высокий крутящий момент, меньшее потребление топлива и выброс вредных веществ в окружающую среду. Универсальное применение: пилка дров, валка небольших деревьев, срезание веток и прочий инструмент легкий в управлении и обслуживании. Топливоподкачивающий насос обеспечивает быстрый старт. Система гашения вибрации делает работу менее утомительной и более безопасной. Особенности. Быстрый старт. У бензопилы Husqvarna 135 9 667 618 04 имеется топливоподкачивающий насос, который облегчает запуск двигателя. Надежный хват. Ручка эргономичной формы с мягкой вставкой и расположенный на ней курок газа обеспечивают удобство в работе и хороший захват. Бесперебойная работа. Плановая замена фильтров теперь может производиться гораздо реже, благодаря центробежной системе очистки воздуха Air Injection. Высокая точность. На корпусе пилы имеется четкая разметка для увеличения точности валки. Преимущество. Антивибрационная система Low Vib. Двигатель с системой CX Torque. Снижено потребление топлива на 20% и количество выхлопов. Выключатель с автоматическим возвратом. Боковое натяжение цепи. Быстросъемная крышка воздушного фильтра. Инерционный тормоз цепи, безопасность при работе. Характеристики. Вес – килограмм 5,3. Длина шины – дюйм 16. Длина шины – сантиметров 40,6. Емкость топливного бака – литров 0,37. Класс пилы – бытовая. Количество звеньев – 56. Мощность – киловатт, 1,5. Мощность – L, S, 2. Объем двигателя – куб, SM 40,9. Объем масляного бака – литров 0,25. Уровень шума – дБ, А 102. Шаг цепи – дюйм 3/8. Ширина паза – мм 1,3. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.